Всем привет, с вами iMark, и вы на канале Ремонт Apple Алматы. В этом видео я вам помогу, как выбрать и купить MacBook, например, из другого города. Итак, я получил посылку MacBook Air 13-дюймовый, модель A1466, выпуск получается Air 2015 года. 1.6 Core i5, 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайтный жесткий диск. Вот. Вот здесь даже отметины остались, когда я ее распаковывал. Вот. Сейчас я вам покажу, на что надо обращать внимание, когда покупаете и вам приходит посылка. Поехали. Анбоксинг бэушного MacBook Air. Открываем. В первую очередь, после того, как получили ваш компьютер, достаете, смотрите комплектацию, то, как вы договаривались, ну, с автором. Смотрите, что в ней есть. Так, в комплектации идет зарядное устройство, но ну, оно почти новое, вот здесь даже пленочку не сняли, в очень хорошем состоянии. Вот эта штучка под евровилку, это говорит о том, что у нас русская клавиатура на компьютере установлено. Вот. Ну и здесь, соответственно, наклейки какая-то там, документация, юзер мануал. Так, берем, значит, начинаем сравнивать серийные номера. То есть действительно тот компьютер. Переворачиваем нашу коробку, смотрим и сверяем серийные номера. Чтобы серийные номера совпадали, сперва надо будет проверить на крышке, то есть вот здесь вот, потом на самом компьютере. Вот он наш серийный номер C1ZMS1XWVH3QD. Смотрим на коробку и тоже сверяем. Вот он C1MS1XWVH3QD. Вот, номера совпадают полностью. Все, теперь нам надо будет его включить и проверить внутри, совпадают ли номера внутри. Далее нам надо сравнить серийный номер. Вот то, что у нас на коробке и здесь. Сейчас я вам увеличу, чтобы видно было на видео. Я буду сейчас читать с коробки. Вы должны видеть на картинке. Вот серийный номер, где написано. Ну, то есть читаем, сравниваем. C1MS1XWVH3QD. Номер совпадает. Что в коробке, то и на коробке. В общем, с компьютером все хорошо. Далее нам надо будет проверить его жесткий диск. Объем 128 гигабайт. Ну, так же, как на коробке написано. То есть все стоит родное. Далее загружаем приложение Coconut Battery и смотрим состояние батареи. Нам важно все проверить, то есть хотя бы поверхностно. Проверяем состояние батарейки программы Coconut Battery. Видите, 93% life, 305 циклов перезарядки и состояние батареи 84%, это текущий заряд. Вот. Проверяем также USB порты, ну это я уже все проверил, то есть самое необходимое. Также вам надо будет запустить видео, послушать звук, как все это воспроизводится. Насчет этот MacBook, на то, чтобы ну, переустановить систему, спотыкается от бордюр и роняет его в бордюр. Ну в общем да, видео работает, то есть на... Звук работает, Wi-Fi у нас работает, все достаточно. Ну еще можно, конечно, тест графики погонять на всякий случай, запустить, будет вылет или нет. График, тест графики, ну достаточно минут 20-3, полчаса в принципе достаточно. Если нет никаких вылетов за это время, значит все в порядке с компьютером. Вот я использую Воли, ну можно просто использовать GPU тест, скачать бесплатно с интернета. Здесь он показывает температуру,
процессора, так как графика интегрирована в FPS, его на средних или низких настройках. Вот. Ну, таким методом тестируется видео чип. Вот. В принципе, достаточно все. Это было короткое видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, если у вас возникли вопросы, я обязательно на них отвечу. Пока-пока, до новых встреч!